Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить прототайп. В сегодняшней серии мы отправимся на поиски бывшей девушки Мерсера, Карен Паркер. Хотелось бы вам показать довольно-таки неприятное обстоятельство этой миссии. Ее квартира находится рядом с ульем, поэтому я не знаю, что это будет. Точнее, я, может быть, и знаю, просто я уже не помню. Пожалуй, превращусь-ка я в солдатика. Это уже так, пересторога. Да? Все прекрасно. Тут, я так понял, города уже настает полный капец. Да, это нехорошо, согласен. Давайте-ка заглянем. Неприятное такое соседство у нее. Okay. That red stuff is spreading fast, person to person, building to building, street to street. It has to be connected to Elizabeth Green. Ну ладно, ладно, я все понял. Что это за движение? Почему я не могу? А, во. Коготки мои. Стой! Да что такое? Что за лагерь? Давай сюда свою жизнь. Мразь. Что это за сферы такие? И вы еще тут быкуете, да? Вот вам делать нечего. О, Мустафе. А, не того. Скотина. Ты убил моего. Блин, ребята, что-то в реале не так. Идите сюда, идите ко мне. А во, 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 во. Да не того. Не этого. Скотину. Ну вы только посмотрите на это, да? Нагло мне мешает. Давай сюда. Иди ко мне. О. Что у меня сегодня... За пары с управлением. Давай. Ну, наконец-то. Паркер, Карен I. DOB 1176. Doctorate, Genetics, Rutgers University, 72-2003. Hired, Gentech, Special Projects, 21-2002. Director, Genotyping, Level D Access, reported to Director McMullen, Raymond F. Romantically involved with Mercer, Alex J. Wanted for questioning. Subject is to be detained and transferred to Base 6 Charlie Alpha 1. Ну, короче, полное досье у меня. Все понятно, какая у меня миссия-то? Есть у меня миссия, нет? Съешь солдата? Хорошо. Окей, я уже съел. Давайте следующую миссию. Это что такое было? Ребята, это ненормально.
Давай сюда. Ко мне. Еще тебя сейчас на вкус попробуем. Ты куда? Подожди. Давай, давай, давай. А, все, отметка появилась. Простите, я наверняка протыкал. Это... Так, все, сбежал, нет? Да, сбежал. Прекрасно. Ну, а что вы надеялись-то? Стоп, а какая у нас задача? Что-то я чувствую, тут мясо опять будет. Следуйте на военный бар. Прекрасно. Нет. Не запалился. Совсем. Так, хорошо, вот цель. До доступа, я понял. Я не умею скрытно съедать, не изучил способность такову. Так, бежим отсюда, бежим, 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 бежим. Ушел. Ну, можно считать, что это было скрытное убийство. Так, хорошо, скин поменяли. Кстати, такие паршивые скины. В прототайпе втором там это все реально покруче реализовано. Окей, я понял. Короче, мне нужно научиться управлять БТРом. Съешь водителя. Да говно вопрос. Давай сюда. Training center. There are 19 major systems in this Marine Armored Personnel Carrier and over 25,000 moving parts. In the next 8 months, you will learn all of them. When you're done here, you'll be able to park that vehicle on top of an enemy position and blow the shit out of them. It's my job to get your shit in order. It's your job to shut the fuck up and learn. Окей, это было скрытное убийство, да? Ну ладно. Хорошо. С понтом этого никто не видел. Ладно. Вы только подумайте, как это жутко. Люди там годами учатся вот этому мастерству, а тут... Он взял его, сожрал, получил его память, получил его навыки, офигеть. Так. Ребята, у меня пибивка есть? Извините. Я не хотел.
С дороги! Войска едут! Охренеть. С дороги, я сказал! Окей. Нормально. Все, валим отсюда. По-хорошему их бы всех убить. Ну ладно. Не будем этим заморачиваться. Аккуратно выезжаем. Все нормально. Вы не беспокойтесь, я прошел ускоренные курсы обучения, поэтому все нормально. Так, а мне что? Ну ладно. Ох ты. Опа, а вот это уже прискорбно, крайне. Ну ладно, размотали, без проблем. То есть вот так мы теперь будем разбираться с ульями. Все, валим отсюда? Да. Отвали! Шел прочь! Нет, не все. Надо свалить теперь отсюда. Хорошо. Ну, то есть. Все понятно. Прямая дорога. Да. Ладно, плохо я вожу. Хотя пофиг, я американский военный. Мне насрать, еще и военное положение в городе, так что тут вообще я могу творить разнообразные бесчинства. Извините. Простите, с дороги. Ну смотри, куда прешь, эй! Приезжаем, все нормально. Блин, зря я сюда приехал. Здоровье. Ребята, спасибо. Благодарю за понимание. Тут я выйду. Да. Извините. Простите. Здоровье. Молодцы. Благодарю. Прям, блин, какая-то миссия. Никого не зацепи, никого не убей. Да кому оно надо, мать вашу? Ой, сейчас еще переверну, тут все к хренам пойдет. Вся эта миссия. Блин, а куда тут заехать-то? А вот оно что. Все, приехали. Ой, офигенно.
Так, 5 событий. Отлично. 200 миллионов. Та насрать. Did I ever tell you Karen and I were together once? Pictures of us at my apartment. At least I assume that was us. Karen worked at Gentech. Maybe she could explain what was going on with me and how to control it. I know now. Freeing Elizabeth Green was a mistake. She was a monster, infecting everything she touched. Get to Green, find out who did this to me. I thought she was the key to all of this. And was she? In a way. I knew we were connected. Victims of a common enemy, subjects of a common experiment, I didn't know. But I had Karen. And we were going to put a stop to this thing together. То есть Алекс все еще надеялся на то, что сможет договориться с Элизабет Грин. Вот. Вот такая вот серия. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео. Если хотите быть популярными, заходите на канал шоу проекта «Что это?», также в группу ВКонтакте. Ссылки в описании.